В центре Москвы вновь заметили знаменитый «Бэтмобиль». Супергеройская машина колесила по столичным дорогам. Но в отличие от полиции вымышленного города Готэм, наши офицеры быстро поймали ее и заблокировали. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что сотрудник ГИБДД общается с предполагаемым водителем. Кто сейчас владеет машиной, неизвестно, но теперь его определенно ждет штраф. Как минимум за езду без регистрационных знаков. Я наберу в 00. Детка, ты недоступна, может, у тебя другой. Чувство, это злая шутка. Наберу в 00. Детка, ты недоступна, может, у тебя другой. Чувство, это злая шутка. Каждый новый день любишь без ума. Ставлю на реплей все твои слова. Сплетни им не верь, в них несется хей. Красим в акварель наш каждый новый день. Я так расстроен, вокруг дестрой. Пускай меня троллят. Хочу петь как Цой, играть как бог. Смотри мои стори. Концерт в метро, я кричу в микро. Я взорвусь от боли. My baby, I'm sorry. Дай номер, наберу в 00. Детка, ты недоступна, может, у тебя другой. Чувство, это злая шутка. Наберу в 00. Детка, ты недоступна, может, у тебя другой. Чувство, это злая шутка. Завтра новый день, я не спал шестой. Мятая постель, нервы льют рекой. Черно-белый фильм за мою любовь. Кто теперь один, но кто теперь не твой? Расстроен, вокруг дестрой. Пускай меня троллят. Хочу петь как Цой, играть как бог. Смотри мои стори. Концерт в метро, я кричу в микро. Я взорвусь от боли.